Ухтинские полицейские задержали 41-летнего мужчину, который напоил алкогольными коктейлями двух 9-летних девочек в детском парке. Когда девочки играли, к ним подошел мужчина, который выпивал спиртное и предложил покачать их на каруселях и поиграть с ними. На этом его предложения не закончились. Он дал девочкам отведать вместе с ним алкогольный коктейль, после чего они отправились на прогулку к зооуголку. Чем могла закончиться такая прогулка, остается только догадываться. Но благодаря бдительной женщине, которая вызвала наряд полиции, мужчину задержали. Вместе с девочками его доставили в дежурную часть. Детей опросили, девочки подтвердили, что ничего плохого мужчина с ним не делал, ничего им не предлагал. Единственное, что предложил выпить алкогольный коктейль, предупредив, что об этом никому нельзя говорить. Значит, в отношении мужчины по данному факту, по предложению тому, что выпить несовершеннолетнему коктейль, был составлен административный протокол. В настоящее время мужчина отпущен, дети дома. За административное правонарушение вовлечение несовершеннолетних в распитие спиртного мужчине грозит штраф до 1500 рублей, либо предупреждение. Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют родителям провести со своими детьми беседы и рассказать им об элементарных правилах безопасности.